Здравствуйте! Огурцы и помидоры всегда актуальны на любом столе. Я хочу показать вам сегодня, как можно из помидора сделать цветы. Берем помидорчик, желательно черри, и разрезаем его на 6 частей, примерно симметрично режем. Теперь нам нужно тоненько снять кожуру. Подрезаем ножом по всей длине нашего будущего лепестка. И так по кругу, все 6 лепестков. Теперь мы эту кожурочку в сторону. Вот такой цветочек у нас получился. А сейчас я покажу, как из огурца сделать сердечки. Берем огурчик и отрезаем наискосок с одной стороны. Разрезаем пополам и складываем. Вот так. У нас получилось сердечко. Срезаем таким образом. И так далее. Можно сделать и другое украшение. Огурец срезаем с одной стороны очень тонко. Режем 3 полосочки. Первую мы не дорезаем, как вы видите. Вторую. А третью мы срезаем. Получились такие 3 лепестка. Каждый из лепестков загибаем вовнутрь. Серединку оставляем. Советую вам положить в подсоленную воду, чтобы они полежали 5-10 минут, и они будут мягкие и прекрасно загнутся. Точно так же можно сделать односторонний загиб. Тогда нужно нам срезать всего 2. Я не дорезаю до конца. Одну сторону я загибаю. И у нас получается односторонний лепесток.